Итак, продолжаем Space Engineer. А сейчас я собираю буровую установку. Буду делать, так сказать, что-то типа лифтовой шахты. Копаю ямы под поршни. Задевать будет, срезать надо. Пойдет. Вот такие вот ямы получаются. Установлю поршни, чтобы вот эта площадка поднималась до этого уровня. Тут три поршня получается, может, четыре придется ставить, посмотрим. Три уже вырыл. Еще одну. Задать управление. Когда не обозвал поршни. Сложно будет искать. Ангар 3, поршень 1. 0-1. Три, второй, 0-1 скорость. Три, три. Да, все, собираюсь пушки усилить. Так, поршни эти бурые. Близко долбит. Буры база. Так. Включение бура. А, не задал. Вот они. Поршни ангар 3. А то фиг знает, что шевелить, чем шевелить будет. Пошел. Довольно шустро. Почему занялся именно этим? Потому что материал нужен. То есть устанавливать все это буду уже не сейчас, систему, а вот камень выкопать, породу выбрать. Это нужное дело. Яму выберу, бурилку разберу и, наверное, двинусь за серебром или за золотом. И хотелось переделать эту машинку буровую. Она неэффективная. Приспособить ей какие-нибудь буры, чтобы они как бы в бок отгибались или были больше по площади, чтобы копала поверхность, или впереди
чтобы они опускались на уровне земли, сравнивали поверхность. Пока роет, можем заправиться. То есть машинку нужно сделать, чтобы копала по самой поверхности. Ну, поверхностный слой. Лед, еще там что-то. Неровности скапывала. Так, еще идет или все? Вроде остановился. Хорош. Сейчас нужен камень. Ну, не камень, железо, все подряд нужно. Так, это, наверное, можно разбирать уже. Эту площадку буду разбирать, поскольку она крепится. А нужно, чтобы крепилась к совершенно другому. Так, куда складировать? Пес его знает. Куда складировать? Куда-то надо. Так, что еще тут можно разобрать? Там поршень. Пусть пока стоит. И дальше буду рыть уже с этой площадки. К тому же еще хотел сделать лифт, чтобы посмотреть, во-первых, как он работать будет, и будет ли вообще. А во-вторых, с него будет удобно копать дальше. Этот лифт задействовать как одну из направляющих поршня. Для буровой. Так, все. Выбрали. Топ-машина. Панельку долой. Не совсем долой, ее где-то надо зарезервировать. Потом не лазить за материалом. Буры. Тоже надо зарезервировать. Трубу неудобно поставил. Не лазить по ящикам за материалом, а сразу пилил вместе с материалом и перенес куда надо. Сразу готовый блок. Технология отработана. Так, здесь слишком не нужно близко к заправке, а то не пролезу. И последний. Уже здесь пролезть не могу.
три поршня. Тоже где-нибудь зарезервировать. А, так, это поршень. Раз, два. Крышечка отдельно. Материал пусть шуршит. Нужно съездить за серебром и золотом. А можно воронки поковырять? Это пойдет. Неважно как. Так, это сюда куда-нибудь приткнуть. Клад вдоль ворот. Все бур. Достаю по привычке. Готово, разобрано. Труба не нужна. Это пусть висит, пригодится. Так, камнем забито. Куда запихнуть? Отсюда он не достает из комплектов. Тоже надо глянуть. Так, малый реактор, это на машине. Так, 2-4 осталось. Патронов надо. Турели недостроены. Сборщик пока ничем не занят, материал копит. Чё? Нефиг в воздухе висеть. Это в машине запчасти, если что, поцарапает. Так, шуршит. Так, льда 40к осталось. Железо нашуршал, камень. Куда отсыпать? Пусть тут и болтается. Никель что там забыл? Железо в другой ящик. Кремний раскидывает черти куда. Гравия почти два контейнера. Что еще есть?
Третий пора забивать, да? Комплект для выживания. Камень. Коннектор он достанет? Ну да ладно. Туда же. Малый контейнер. Это что такое? А, это верхний. Скорее всего, малый контейнер 3. Это на мачте. Буры резервные. Генератор броневик. Так, ладно. Так, это труба была. Моторов маловато. Так, компонентов нет, моторов нет. Так, пошел. 2000. И 1000 моторов. Да давай, 3. Патроны могу. Магния нет. Ладно. Посмотрим, что там с машинкой. Я хочу летающую сделать. Две ездящие — это много. Вот здесь так на поршнях надо буры поставить впереди. Въехала и копала, а вот верхнюю снять. Так, ну-ка отцепить ее. Отцепить. Лапы опустить. Так, пятерка вроде. Автозацеп я убирал. Аккумуляторы почти зарядились. Так. С буром надо что-то делать. Куда бы его засобачить? Так. В принципе, лезет. Две штуки влезут, но перевесит, скорее всего, ее. Так, примерно надо буры ставить. Въехал и бурил. Так. Ну, в принципе, на этом уровне можно. Ладно, это срезать. Эти вот маленькие падают. Там из-за них пол прорезал. Будет просто возилка. Достать-то можно.
тут. Через коннектор. Хотя можно пушку поставить. Что на нее надо? Так, 5 компьютеров, 15 решеток. Оттуда. Десять компьютеров, 15 решеток. Отлично. Далеко летать не надо. Точка доступа тут есть. Компьютеров. Дайте 20, решеток 30. Готовые пушечки. Нарядов надо. Нарядов это надо за магнием ехать. Сейчас поедем. Контейнеры тоже сварим. Эти конвейеры. Так, на конвейеры там надо дофига всего. Так, 30 моторов возьмем. 120 трубок на всякий случай. Так, внутренних пластин. Компонентов. Стандартный набор. На конвейеры и на трубы. Хватило. Зарядить их теперь надо. О, с подсветкой-то удобно. Так, сколько у тебя? 2. А у этой 4. Так, дайте 2. И тем хотя бы по одной надо. Обойме. И ехать за снарядами. Пойдет. Так, это все. Контейнер. Машинкой даже не знаю, что делать. Посмотрим потом. Но бурить она точно не будет. Таким образом, как бурила. Так, топливо ей надо загрузить. Реактор пока запускать не будем. Вот сюда его присобачил. Вот киловатт отдача.
Ну, как от генератора. Так, машинку пока выключить. Поедем мы на другой. Проверено временем. Так, заряжено хоть? Батареи, на зарядке батареи. Переключить батареи. Отцепиться. Погнали за магнием. Магний у нас очень далеко. Ух, мотает ее. Так, лампочки. Лампочки, лампочки, не посмотрел. Лампы у ней только кокпит. Так, LCD не настроены. Авиагоризонт. Цвет фон. Так, а скрытая есть? И фонари у нее нет. Это в кабине фонари, так. Погнали за магнией. Кремний, никель, магний, 700 метров. Ух ты, уже сюда прилетает. Мачту могут снести. Главное, чтобы ящик был целый. Приземляемся на все четыре колеса, тогда нормально. И в кратер же. Пешком подработаем. Добрались без происшествий. И даже сюда долетает. Вот здесь бы бур не помешал. 19-20 метров магний. Топ-машина. Так, посмотрим, что в воронках. Фигня. Так, вот вроде магний. Немножко магния сверху. Тут у вас еще есть. Тут копал. Тут шахта. Так, кобальт. Тоже надо. Где еще?
Золотишко тоже неплохо. Так, все, больше нету. Все изрыто. Да, поехал за магнием. Ну ладно, прошуршим. И кратеры. Тоже развлечение. Так, тут что такое? Серебро. Платина. Всего помаленьку. Непонятно, что обирал, что не обирал. Железо тоже пойдет. Тут что? Непонятно. Ничего не блестит. Камень. Ну и каменные бывают астероиды. Да, только камень. Тут уже копал. Тут уже копал. Так, это вроде лед. Да, она прилетала. Вот у вас что есть? Все, выгребли. Камень, уран. Дайте еще урану, эй. Все что ли? Иногда разбрасывает по... Yeah.
Так, заправиться заодно. Рядом с базой. Удобно рядом с базой. Так, сюда что прилетело? И выкопал уже все. Это железо, но копать не будем. Крышу помнем. Лед. Вроде тоже. Нагрузился. Все, кончилось. Железо. Хватит, пожалуй. Грузим транспорт. И, наконец, копнуть на то, зачем приехали. Так, кремний нам не нужен. Никель пока тоже. Дайте магния. Он тут вперемешку. Кремнием. И камень пойдет. Inventory full. Полный. Или уж камнем не забивать? Да, маленькая пещерка, не пролезаю. Там маловато идет.
Всю жилу почти выгреб. Очень она тут небольшая. Еще надо. Нарядов понадобится много. Потерял, заблудился. Где вход? Установить вертикальное положение. Так, это вверх. Да, один кремний идет. Да пусть будет тоже. Загрузка почти треть. Стенки неровные. Загрузились, поехали. Куда? Ладно, хватит пока. Рванули на базу. Да напрямую. Оп. Гору перелетели. Ух, ё-моё.
Главное, и ящик не потерять. Вот здесь нарыло воронок. Надо будет глянуть, что в них. Как там ящик? Живой? Живой вроде. А что вы мне принесли? Так, тут. Лед. Тут непонятно что. Камень, что ли? Тут камень. Все изрыто. Тоже камень. А, никель. Ну, хоть что-то. Нифига нет. Дальше. Это не надо. Это заберем. Кобальт. Что-то еще есть. Немного платины. Там все в воронках. А вот и уран подъехал. В приличном количестве. Дайте еще чего-нибудь.
Думал, прилетело, нет, показалось. Так, железо. И еще чего-нибудь. Камень, камень, камень. Никель. Тоже пойдет. Так, тут лед вроде бы. Фигня. Топливо, топливо, топливо. Стоять. Это все вывалить. Здесь можно и так будет, без машины. И зарыто. Пол надо доделать. Хватился. Да ладно тебе, нет топлива. Водород тебе не надо. Так, что тут приехало? Железо. Тут копал, тут копал, тут. Тут вроде не копал. Камень. Тут что-то блестящее. Погнали дальше. Не надо, это тоже.
Там ничего не вижу. Так, платины насобирали. Все в воронках, так. Тут вроде копал. Некоторые копал. Так, никель. Только не говорить, что кончилось. Что у вас еще тут есть? Ничего интересного. О, как прилетело. Так, ну вроде осмотрели большую часть прилетевшего. Не все, конечно, ну да ладно. Серебра малость. Затмение. Металлолом, что-то сломалось.
Берем все. Ну, за золотом уже за кадром съезжу. Так, запихнуть надо привезенные. Отсюда позабирает. Лед. Раскидать. О, сколько у него там шуршать. Моторы нашуршал. Надо бы перераспределить. Так, платина, железо. Так, уран. Кремний. В другое закинем. Металлолом пошурши. Кобальт будет долго шуршать. Кремния пошурши. Так. А ты где третий? Третий переработчик не вижу. Так, очистительный завод. Раз. Второй. Ничем не занят. Материала не досталось, что ли? Сейчас насыпем. Ну ладно, на этом пока закончим. Все хорошо, всем пока.